Всем большой привет. Сегодня 31 декабря, а это значит то, что у Дениса день рождения. Сегодня мы сняли небольшой вот домик, даже полдомика с баней. Он весь вот из сруба сделан, позади озера, мангал. И сегодня мы будем отдыхать по полной. Погода сегодня отличная, там лошадки вон. Пасутся лошадки, красивое озеро, офигенный вид. Пойдемте посмотрим апартаменты. Дай-ка я пойду. Смотрите, какие красивые апартаменты. Все в таком, в деревянненьком стиле, да, Джулиана. Пока раздеть. Дожди. Там туалет. А, ну, короче, туалет, понятно. Дальше баня вот здесь. Кстати, очень даже удобно, что никуда туда надо ходить. Да? Нормально даже есть это. Да, ополаскиватель, венчик заказали. Баня начинает париться. Очень приятно. Начинает топиться. Тут уже запах такой вкусненький. Да. На, пойди наверх, покажи. А наверху, мне нравится то, что все деревянненько. Видите, все сделано из сруба. Деревянная лесенка. В общем-то, я-то думала, тут совсем мало места. А тут, смотрите, огромная кровать. Тут мы будем спать с Игорем. Тут еще есть диван. Хотя написано, что домик на 4 человек. Здесь у нас, опа, еще одна спаленка, ну маленькая, да, такая. А эта дверь закрыта, то есть туда невозможно войти. Внутри вентилятор есть, окна тут нет, вот здесь вот есть. Слушайте, ну вообще здорово, мне нравится то, что все деревянное, запах такой прям вкусный тут. Из окошка одна сторона. Тут из окна вот так вот. Ребят, смотрите, какой хороший березовый. Так день. Пахнет нам... вкусно прям. Да, нам достался. Хреново, конечно, что не дубовый, но надеюсь, это тоже будет хороший. Пойдем замачивать. Дубовые веники лучше всех. Ну, как по мне, они такие массивные, прям пальцы. Там листья крупные такие. Да. Мне нравится вот эта вот кадушка с... Такая водность, она надо переворачивать там. Опа! Так, что у них по поводу воды? Вот, вода есть. Ну, сейчас... Не знаю, кто как, но я замачиваю в горячей воде. Потому что... Я тоже. Каждый пора. Ну, говорят, что да, кто-то в холодной. Мы сейчас замочим веники, а потом пойдем на рыбалку. К лошадкам, там лошадки рядышком гуляют. Сейчас попрошу, ой, вода будет долго набираться. У нас сейчас перемена в погоде идет. Сейчас солнышко было, а сегодня такая облачная, не очень хорошая погода. Поэтому не знаю, ну и плюс день как бы. Ну я думаю, может каких-то окуней поймаем, а может вечерком еще и щуку поймаем. Вот такую. Если мы рыбку поймаем, мы в фольге запечем ее, да? Место выбрали вообще отличное, нашел я его кое-как на букинге, потому что что-то Дениска ничего нормального не предложил. Пришлось самим шерстить на букинге, нашли место, находится в Клюковке, в Калининградской области. Клюквенное, поселок, ну, да, Клюквенное. Поселок Клюквенное. Сколько мы заплатили за четверых? 4 тысячи за четверых. И баня на 3 часа 2 тысячи получилось. Вот, ну, такое отличное место. На берегу озера, подъездные пути, ну, нормальные. А я сейчас беру удочку, мы сейчас поймаем вот такую щуку. Мне очень тут нравится то, что все деревянное. Перед тем, как я возьму удочку, я возьму еще с собой пивка. Две. Нужно на отдыхе. Зачем две? Что, давайте теперь посмотрим, есть ли рыбешка в этом водоеме, да, Дениска? Давай, кидай. Давай. Только вода, конечно, зеленая, и это очень странно. Лодка. Лошадки пасутся. Пасутся. Или как? Пасутся. Они пасутся или нет? Пасутся. Нет, мне кажется, лошадки не пасутся. А что они делают? Ну, ходят на лугу. Ну, они же кушают травку, значит, пасутся. Не, место, конечно, вообще отличное. Да? За такие деньги шикарное. Да, в принципе, не важно, за какие деньги. А мы, подожди, мы уже можем их пойти погладить там? Давай так и сделаем скоро. Ты пойдешь? Да. Отлично. Ну что-то мы немножечко половили, и рыбки пока что нет, наверное, потому что сейчас всего лишь 3 часа.
и решили сейчас пока что пожарить шашлык. Вот, кстати, наши апартаменты. Это моя удочка. Апартаменты. Такая типа баня с номерами, я бы сказал. Нормально, нормально, неплохо. Красивое место. Прям красотища. Облака такие, вау. Где рыба-то? Рыб в озере. А почему вы не поймали? Она сказала, вечером придет. Ну да, конечно. Пока светло, надо вон ловить сейчас. Пока светло, надо вечером ловить. А мы сейчас пойдем лошадей. Мы пойдем лошадей трогать сейчас. В мире животных. Туру-ру-ру-ру. Турун. Она на привязи. Туру-ру-ру-рун. Турун. Ну ты идешь гладить ее. Да ты чуть-чуть прикалываешься, боюсь. Боишься уже? Да, давай я тебя буду снимать. Нет, я снимаю. Давай, давай. Нет, иди гладь. Все, иди гладь. Нет, иди ты. Потом я пойду, давай. Нет, да они вон хорошие, они же травоядные. И что? Траву. Пошли вместе подойдем, я боюсь. Блять, если она меня укусит, давай, Игорь. Не, я сам. Нет, давай. Ладно. Давай, я держу. Нет, а давай я иди. Держу, а ты иди. Нет, вместе идем. Блять, она меня. Подожди, а зачем мы к ним идем? Типа погладить, дать им еды. Какой? У тебя нет еды. Ну, травы, вот. Apple Watch будешь давать? Травы дам я. Они, кстати, нормально относятся к нам пока. Ну да. Пойдем облить. Да они просто заняты своим делом. Ой-ой-ой. Красивые, они какие красивые. Нормальные лошадки, да, красивые. Такое, ну, смотри, ухоженные, видно, трижные. Хорошие, красивые лошадки. Подожди, давай как-нибудь. Кушают сено. Типа жест доброй воли. На. Пошли. Я боюсь, Игорь, пошли. Так ты подходи аккуратно. Да куда? Чтобы я она не тебя буду? Не легнула. Спереди так лица? Они не кусаются, не легают только они задними. Не кусаются. Кусаются? Ну давай, я тебя укусить, я буду снимать. Печеньки потом заплатим за лечение. У тебя же страховка есть, у меня просто нету. Ко-ко-ко, говори. Да, вот мы даже, если честно, не знаем, они, может, дикие. Да какие дикие? Они на привязи. Ну, это не на привязи, вот та на привязи. О, в натуре. Отходим медленно и назад. На, давай, я буду тебя снимать, ты дашь ей еды. Я сделал тебе, давай. Не, я не хочу. Ты боишься? Да не. Ой! 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 Она наступает на нас. Ладно, подурачились, лошадей покормили, да, Дениска? Да, не. А теперь надо самим тоже перекусить. Все-таки пойдем пожарим шашлык. Я думаю, время уже самое то, чтобы начать его жарить. Погода, конечно, вообще кайф, природа шикарна. Смотрите, как красиво. Офигенно, особенно вот это озеро, вообще просто мне очень нравится. И вот то, что интересно, то, что вот эти вот баньки, они немножко на холме, на вершине находятся, когда стоишь. Ну, немножко. Ну, достаточно, немножко. Нормально. Да чуть-чуть. Вы посмотрите. Я просто в горах не был. Вот, и... Видно озеро прям сверху, смотришь, все озеро видно. Озеро такое красивое. Да. Блин, офигенно, люблю такой отдых. Процесс идет полным ходом, у нас дождик ливанул. Но, тем не менее, это нам не помешает пожарить самый вкусный шашлык, который может быть... На Диком сегодня. Западе. На Диком Западе. Все, жар есть, угли есть. Что еще для счастья надо? Это свинина, я смотрю, первым делом пошла. Да. Мы, кстати, еще картошечку закинули, вот. Сейчас тут видно. Сделаем. Картошечка. Вот, как хорошо. Да. Ребят, поставьте лайк, кто любит шашлык, да, Денис? Дождь нам не помеха. Посмотри, как льет. Да я вижу. Прям туман, как будто. Денис любит у нас свинину, да, Денис? Поэтому готовлю свинину. У нас тут КамАЗ еще нам помогает. Смотри, какой дождь. Еще больше усиливается. Блин, классно. А где пес наш, покажи. Вон он сидит. Скоро ты тоже сюда пойдешь. Иди сюда, песик. Пес. Собакеныч. Такой пес странный. Процесс идет полным ходом. Ой, у нас красиво, немножечко красиво. Шампуров свиного и немножечко куриного, да, Дениска? Да, хорошо идет. Денис у нас сегодня костровой. Как всегда. Костровчанин. Как впрочем всегда, да? А, я на собаку чуть не наступил.
аккуратно. Эй, пес! Сегодня же наша собака. А мы будем сидеть в доме? Да. Зачем нам в доме сидеть? У нас есть беседка. Смотрите, какая красивая собака. Кто любит собак, поставьте лайк. Почему у нас курица зеленая? Она, потому что она называется по-ирландски. Ну, вы понимаете, да? Поэтому она зеленая. Ирландцы, я думаю, минут 10-15 уже курица будет. Ну, минут 15-20 и будет курица готова. В принципе, свининка сколько тоже. Сколько она хочет мяса? У нас, кстати, самое интересное будут еще грибочки. Ребята, если кто не пробовал шампиньоны жарить, попробуйте, это такое объедение. Вот. Уже пережарил, видно. Нет, не нормально. Они такие вкусные, вы просто не представляете себе, ребят, попробуйте пожарить. Ну вот этот ирландская курица, я не знаю. Выглядит она ужасно. Людк сказал, то, что это мясо чего? Шрека. Зеленое. Не знаю, сейчас будем пробовать. Свинина красиво делается. Свинина красивая, а вот курица, я не знаю. Ну если что, мы покупали в спаре и скажем, вкусно или нет. Ой, вкусное пиво? Как называется? Миллер. Подожди, не говори, нам не заплатили за это. Не, Миллер неплохое пиво, если оно, ну, если вы любите светлое, но я-то больше люблю нефильтрованное. Но оно особенно неплохое, бутылочное. Когда оно такое не разливное, холодное. Вот это, блядь, говненое. Да, раньше у нас было вкусное разливное пиво, сейчас, ну, уже лучше бутылочное почему-то стало. Да, и, намного, ну, и дешевле. Ну, я уже где-то говорил, что я люблю сейчас больше всего грузовик нефильтрованный. Грузовик? А почему мы ну, купили Миллер, а не грузовик? Не знаю. Жлян, тебе нравится наш отдых? Мы всегда круто отдыхаем. Чё ты лыбишься, мне говори. Мне нравится запах шашлыка. Слышь, мы так не кстати, устаем, чтобы отдыхать нахуй. Нет. И, кстати, тот дяденька, когда зашел про баню, говорит, о, говорит, молодцы, что это догадались убрать под крышу. Говорит, тут на этом нельзя. Молодцы, как будто мы дауны какие-то. Там стена отсталая. Что делать-то? Сейчас еще банька будет, шашлык. И мы пойдем в баню. Неси нож, пожалуйста. Ты со мной пойдешь в банька? Поставьте лайк, кто пошел бы в баньку с Юлей. А это Людмила Денисова, жена гражданская. Она боится сниматься, поэтому я ее снимаю минимально. Смотри, какая. Но она думает уже создать свой канал на Ютубе. Просто пока думает, на какую тему будет снимать. Она контрактника. Пошло дело. Шампиньончики готовы? Раз, два, три, три с половиной, четыре. Такие ух, как прям... Нусрин Маргаме, или как его? Поганки, как на... прям... Нусрин, или как его? Как того чипа зовут? Нусрин? Смотри, сейчас застрянет. Она застрянет. Будем МЧС вызывать. Не может него, не трогай, не трогай. Ага, молодец, вот так надо, да. Не, если она есть, ей нормально. О, грибами запахло, чувствуешь? Итак, мы собрались здесь, чтобы отпраздновать 22-летие нашего Дениски. Бля, ну давай. У него в этом году очень много, много важных событий произойдет, да? Произошло. Во-первых, у него. Нет, произойдет, во-первых. И произошло, кстати. Просто. И произойдет. Произошло то, что вы вместе начали жить. Произойдет то, что вы поженитесь. А произойдет то, нет, то, что он наконец-таки скинет с себя обузы контракта армейского. Груз, тяжкий груз. Армейского контракта и начнет нормально жить полноценной жизнью и зарабатывать нормальные деньги. И зарабатывать. Давайте в честь этого. Ура! И запьем этот алкогольный почему напиток. Я пью пиво? Ну что, Жулян, скажи свои. А, я приготовила, да, огурцы, помидоры. Салат приготовила. Не-не-не, как шашлык? Я только свинину попробовала. Нормально, я просто только курицу. Что? Нормально. Свинину попробуйте. Нормально, да? Смотрите, у нас сегодня в меню картошечка. Грибочки, свиной и куриный шашлык, ну и типа хлеб. А еще есть вино. Пробуем Денис, как тебе? Давай. В жизни. Так видео и назовем. Пробую грибы первый раз. Угу. Тебе просто воды какой-то. Ну очень невкусно. Так не ешь. Тебе не понравилось? Ты так говорил раньше. Не, вода просто. Ребят, баня вообще огонь, просто отличная баня. Правда, огромная. Зачем на 4 человек такая огромная баня? Я не понимаю. Но она вообще компенсирует все. Мы сейчас первый раз зашли, просто кайф. А еще впереди венички. И будет очень хорошо. Да, там еще ведерочка, которая обливается на себя. Она такая...
Так вы даже не купались? Не купались. Нет. Да. Чем докажешь? Ты сухой. И ты сухой. Холодно просто. Ну да, вы не купались просто. Мы обсохли быстро. В общем, ребята побежали купаться в озеро, вот в это. Но так и не искупались. Мы купались вообще. Ага. Они напарились, в общем, сейчас в бане, хлестали себя вениками так сильно, так громко, просто жесть. Сейчас они... Игорь аж сланцы сломал, пока бежал, лучше бы босиком бежал, блин. Без трусишек у нас. Голенькие мальчонки. Вода, наверное, грязная. Ну, вода, кстати, прям зеленая-зеленая и непрозрачная. Так вы вас сейчас за жопу пиранью схватите. Пиранью. Сиску вашу. Смотри, он прям вот и фует из дерева. Да, да, да. Мерзость. У меня щука за жопу укусила. Ты болотное чудовище? Да. А у нас новый дружок. Был раньше собак. Не пускай его. А, он прям... Сейчас... Да тронь. Да, убери его. Ай! Его обратно задуло туда прям. Прикольно. Маленький, такой ты хорошенький. У нас тут вот такая вот красота. У нас вторая партия шлуков подозревается. Да, я уже все насадила. Картошечку закинули. Да, я насадила весь шашлык и грибочки. Вон кисундель у нас такой красивый. Как его зовут? Срундель, да? Кисундель, говорю. Срундель. Такой он замечательный. Да в общем, нет, на самом деле офигевший. Хороший он кот. На ручки не хочет. Не хочет, конечно. Почему должен стоять на ручке? В общем, я коту дала шашлык жареный уже. С прошлой партии у нас то, что осталось. Он его докушал. Пока насаживала, попадались мелкие кусочки курочки и свининки. Я ему тоже дала. Он-то тоже все скушал. И вот он сидит такой, мурлычет так громко. Ждет вторую партию. Да? Посмотрите, какая красота у нас. Куриный шашлык сняли. Остались грибочки. Мы сейчас грибочки дожарим. И еще немножко свиной шашлык. Блин, так красиво и аппетитно выглядит. Вы только посмотрите. Доброе утро, друзья. Посмотрите, какой вид из окна. Офигенный. Обалденнейший вид. Лошадочки там до сих пор. Лошадки? Лошадки. Опять эти съемки. Ежедневные съемки. Что, не очень себя чувствуешь? Очень плохо себя чувствую. О, не знаю. Заканчивается наш мини-отдых на таком красивом месте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.